Всем привет! Меня зовут Александр, и сегодня я расскажу вам о скамье ProTrain HC2021, которая предназначена для проработки мышц спины, пресса, ягодиц и бедер. Рама тренажера выполнена из стального профиля толщиной 3 мм с порошковым напылением, которое защищает конструкцию от повреждений и коррозии. Обивка подушек и валиков выполнена из плотного износоустойчивого материала. Рукояти с антискользящим покрытием позволяют надежно фиксировать руки и выполнять упражнения комфортно и безопасно. Рама тренажера расположена параллельно полу, а не под углом, как в классических моделях. При этом валик для ног регулируется по высоте в 10 положениях. Таким образом задается нужный угол наклона для выполнения определенного упражнения. Это дает возможность перераспределять нагрузку на отдельные группы мышц. Биомеханика и эргономика в данной модели на высоком уровне. Соблюдать технику выполнения упражнений на этом тренажере не составит труда. Скамья подходит для пользователей любого роста и комплекции. Как видите, тренажер многофункциональный, надежный и достаточно компактный. Вес в сборе 30 кг. Несмотря на легкость конструкции, тренажер надежно зафиксирован и устойчив. Резиновые накладки на ножки не дают тренажеру скользить и защищают напольное покрытие от повреждений. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео.